Ну, обычных серферов все видели, а вы когда-нибудь видели, как серфят собаки? Как оказывается, они вполне могут ловить волну. В США прошел первый в мире международный чемпионат по серфингу среди наших четвероногих друзей. Не терпится показать вам, как это было. Судьям пришлось действительно нелегко. Они должны были выбрать самого уверенного и техничного четвероногого спортсмена. Все очень серьезно. Оценивали поведение собаки в воде, высоту волны и длину проезда на доске. Впрочем, выехать можно было не только на мастерстве, но и на красивом купальном костюме. Правильный костюм мог тоже добавить несколько очков.